был жаркий день, плавился асфальт, и было даже нечем дышать. Я шел в магазин, чтоб купить сигарет, а мне припекал этот солнечный свет. И мысли мои, и раздумья полны, вот что бы сейчас было, если б не ты. Услышал краюхом справа себя, стояла машина, в ней парень сидя, руками тряся, эмоции вагон, в голосе его дрожащий был тон. Рядом девушка сидела с каменным лицом, и видно по ней, что в горле был ком. И я начал думать, стал представлять, диалог их стал в голове составлять. Миллион мыслей, но выбрал одну, и парень хотел закончить игру. Да, это моя история. Да, это моя история. Гримовар на жизни, в руке пистолет, в глазах отражение, что смысла уж нет. Теперь переносим время назад, чтобы понять, откуда весь ад. Луч солнца внезапно ворвался в кровать с намеком на то, что пора вставать. И парочка, щурясь, зевая в ответ, не знает, какой на сегодня сюжет. Судьбою намечен сегодняшний путь, с надеждой на то, что переживут. Ведь парню сегодня к врачу на прием, больничный закрыть, но будет облом. И вот он одет и к машине стремится, хоть и пешком доступна больница. Сел и поехал к ней напрямик, и у врача оказался он вмиг. И вот он сидит перед врачом и не верит, просит еще разочек проверить. Результат анализов лежит перед ним, на нем написано неизлечим. И мигом все в голове поменялось, от смысла жизни ничего не осталось. Хлопнул бессмысленно дверью врача, ускорил свой шаг к машине ворча. Да, это моя история. Да, это моя история.